Так, значит, вот замок Яворский руля. Вот этот штифт, который фиксирует руль, замок в гнезде. В таком положении он достается. В таком положении вот буквально 2 миллиметра держит его, ну, будем говорить, в гнезде, да? Значит, есть два варианта. Первый вариант вандальный. Значит, вставляем отвертку и развальцовываем наше гнездо. Отсюда отвертку вставляем, гнездо развальцовываем, берем плоскогубцы или что, и замочек оттуда выдергиваем. Потом, естественно, придется восстанавливать само гнездо. Есть вариант более кропотливый. Значит, это отмычка. Вот делаем из жести 0,5-0,8 миллиметра ножницами, нарезаем абы какую насечку и этой насечкой пробуем утопить штифты и потихоньку-потихоньку, ковыряя-ковыряя, пробуем открыть замок. Значит, ну, либо зовем специалистами движатника. Если это не получается, говорю, единственный вариант это, естественно, развальцевать саму рамку, выдернуть туда замок, потом его восстановить, ну и после этого, скажем так, по той схеме, которая описана была в ранних видео, подбираем ключик, собираем замок. Как бы других вариантов не знаю, вот если чем-то помог, то помог. Не знаю, как будет видно, нет. Вот сам замочек, а вот это гнездо, арматура. Вот вставляю отвертку между замком и вот этой арматурой, с правой стороны больше, там где-то сам фиксатор получается. И вот это вот гнездышко, отсюда отвертку вставляем и разгибаем его, развальцовываем по сторонам и выдергиваем сюда замочек. Вот как-то так, если не получается открыть замок отмычкой.